Итак, всем привет, это Казань, прямой эфир из Казани, Казань Саммит. Это одно из самых крупных мероприятий, которые происходят в Республике Татарстан. Здесь собираются предприниматели, бизнесмены, инвестиционные фонды, дипломатические миссии для того, чтобы обсудить самый актуальный вопрос. Вопрос развития регионов, регионов СНГ, региона стран Исламского Содружества. В принципе, здесь объединяются все, они обсуждают насущные вопросы для них, насущные проблемы, презентуют крутые, большие, глобальные проекты. Здесь, например, на данном саммите уже собрались более 10 тысяч участников, а саммит продолжается, он будет идти 3 дня, сегодня, завтра и послезавтра. Здесь на саммите есть большой представитель из Азербайджана, по дипломатической стороне Азербайджан представляет Анастасия Лаврина, это представитель русской общины. Также здесь же на саммите мы повстречали посла России в Азербайджане Михаила Николаевича Бочарникова. Со стороны инноваций Азербайджан представляет агентство инноваций Азербайджана в лице Зары Унисизаде и Имрана Мамедова. Также здесь же участвует на форуме молодых предпринимателей инновационный центр, который из Азербайджана под названием InnoLand. Агентство инноваций сегодня уже представило большую презентацию об азербайджанской экосистеме, как они поддерживают стартапы, рассказали про технологические парки, которые есть в Азербайджане, про венчурные инвестиционные фонды. Очень интересно, саммит продолжается и обещает быть еще интереснее.